Глава правительства посетила Актюбинскую область с рабочим визитом. Улжас Бектенов побывал на промышленных предприятиях. Один из них – рельсобалочный завод. Там выпускают железнодорожные рельсы по инновационным технологиям, отправляя их не только на внутренний рынок, но и в Турцию и страны СНГ. На ферросплавном заводе, на котором сегодня выпускают ежегодно 740 тысяч тонн феррохрома, ферросилиция и других сплавов, планируют увеличить производственную мощность. В региональном поле сейчас 65 инвестиционных проектов почти на 4 триллиона тенге. С их запуском появится больше 15 тысяч рабочих мест. А в селе Бадамша премьеру рассказали о том, как решаются инфраструктурные проблемы в энергетическом секторе. Более 2900 мегаватт возобновляемой энергетики уже работает, мы и дальше развиваем. Но так как эта энергия является нестабильной, зависит от погодных условий, мы должны для обеспечения экономики развивать другие направления. Мы строим газовую генерацию для регулирования и маневрирования, провели соответствующие аукционы, модернизируем угольные станции, но для развития экономики, для ее обеспечения, вот для таких крупных промышленных предприятий, которые мы посетили, нам необходимо стабильная базовая генерация, которую мы считаем является также атомной энергетикой. Сейчас 15 государств строят большие атомные станции, поэтому думаю, Казахстан тоже должен быть в этой списке, так как мы добываем уран, мы его перерабатываем, мы делаем соответствующее топливо.